Добрый день. Сегодня хочу протестировать такой вот мегапак таблеток для посудомоечной машины Filterra. Значит, что заявляет у нас производитель? Что это 7 в 1 средство для очистки посуды, соль, ополаскиватель, усилитель ополаскивателя, средство для защиты стекла, средство для блеска нержавеющей стали и нейтрализатор запаха. Вот. И все это изготавливается. Ну, косят они, естественно, под немцев, но и написано, что, дескать, изготавливается прямо в Германии. Херфорд. Вот. А так, сам юридическое лицо питерское. Хранится это все 2 года, сделано типа в Германии. И что же у нас в составе? А в состав-то не очень у нас и полезный, потому что включает в себя фосфаты. Более 30%. 5-15% отбеливатель на основе кислорода, меньше 5% нейногенный ПАВ, фосфонаты, поликарбоксилат, отдушка, лимонен, энзимы. Вот, то есть это средство, ну, обычные такие таблеточки, как вы уже поняли, вот в такой вот упаковке. Я обычно даже пол таблетки использую для экономии. И покупаю это все со скидкой. Вот. И, соответственно, я вот вам в конце выложу фотографии этого видео, упаковки со всех сторон. Так что сейчас будем тестировать на такой достаточно сильно загрязненной посуде. Именно сковородки, остальное все так в средней степени загрязненности. Так что запускаем. И на режим, естественно, для кастрюль. И потом скажу вам, что получилось. И скажу свои отзывы. Итак, стирка завершилась. Посуда какая-то достаточно чистая, блестящая. Вот. И смотрим на сковороду. Ну, в общем, не до конца отмылась. Остались кое-где какие-то пятна. Да. Да. Придется добывать руками.